Православные готовятся к вербному воскресенью. По-другому его еще называют «Вход Господня в Иерусалим». Символ праздника – веточки вербы. Их освещают церкви, а затем приносят домой и оставляют до следующего года. В храме Архангела Михаила осветить вербу можно будет в субботу 20 апреля во время вечернего богослужения, которое длится с 16 до 18 часов, а также на следующий день после утренней литургии до 16 часов. С этого дня до Пасхи Христова остается всего одна неделя. В православии ее называют «страстной», так как она была последней в земной жизни Спасителя и была наполнена страданиями и испытаниями.